В Волжском прошел настоящий бал молодости и красоты. На церемонию награждения участников традиционного городского конкурса «Молодежный триумф» собрались самые активные представители студенчества, молодые специалисты, ученые и представители властей. На открытии «Молодежного триумфа» царила атмосфера настоящего бала. Длинные платья и строгие костюмы, классическая музыка и приглушенный свет. У этого мероприятия своя, неповторимая атмосфера, считают его участники. Такие мероприятия очень редкость в нашем городе. Сейчас в основном это клубы и тому подобное, а такой, можно сказать, винтажный бал будет очень кстати в этом году. Нынешний «Молодежный триумф» стал 7-м в истории Волжского. Элита города. Именно так называют победители конкурса. Молодые преподаватели, студенты, начинающие управленцы и бизнесмены, ученые и представители творческих профессий. Все те, кто пытаются вращать эту землю маленькими небольшими шажками, делая хорошо свое дело, хорошо обучая детей, защищая кандидатские, докторские, здорово учась в институтах и придумывая какие-то ноу-хау. Всего в нынешнем «Молодежном триумфе» приняли участие 26 волжан. На конкурсе впервые блистали активные участники городского конкурса студенческих проектов, который возобновился после многолетнего перерыва. Более 40 учащихся вузов представили на нем свои разработки в экономике и социальной сфере, ну а лучшие из них получили заслуженные награды.